905-610-97-653. Это была шифровка, предназначенная для него. Он ждал ее уже 6 дней. Такие шифровки он получал раз в месяц. Цифр было много. Диктор читал их привычно, сухо и четко. Для него эти цифры были только цифрами. Задание, полученное Штирлицем через московское радио, гласило следующее. Центр Юстасу. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые пытались установить контакт с работниками Алена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов. Первое. Дезинформацией. Второе. Личной инициативой высших офицеров СД и СС. Третье. Выполнением задания центра. В случае, если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно, кто из высших руководителей Рейха ищет контактов с Западом. Алекс. Алексом был руководитель советской разведки, а Юстасом он, штандартенфюрер Штирлиц, известный в Москве как полковник Максим Максимович Исаев, только высшим руководителем. Штирлиц часто заходил в этот подвальчик под названием «Элефант». Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось. Это было 10 лет назад. Ему предстояла Испания. Он не знал этого. Но московское командование, зная об этом, устроило ему здесь, в этом кабачке, встречу с женой.
разрешите взять? Ингрид, помоги. Спасибо. Фрау Ингрид фон Кирштайн, прошу. Сегодня, 24 марта 1945 года, Штирлиц возвращается в Берлин. Через 45 дней кончится Великая Отечественная война. Война, спасшая мир от гитлеризма. Война, которая отняла у советского народа 20 миллионов человеческих жизней. Это будет 9 мая 1945 года. Ноября 1945 года в Нюрнберге начнется первый в мировой истории процесс над военными преступниками. Основные пункты обвинения: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера, Геббельса. Но большинство соучастников Гитлера 22 ноября 1945 года предстанут перед судом истории и получат заслуженный приговор – смертная казнь через повешение. 24 июня на Красной площади в Москве состоится парад советских вооруженных сил в честь победы над фашистской Германией. Но ничего этого не Штирлиц, да и никто другой на земле сейчас не знает. Сегодня, 24 марта, мир еще не завоеван. И поэтому полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.